Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Роланд Морозов. И, наверное, ни для кого не секрет, что на топовых биржах можно зарабатывать абсолютно пассивно, без никакого опыта, довольно-то хорошие проценты прибыли. Я сегодня покажу, какой, на мой взгляд, самый прибыльный инструмент на Binance. И не только. На самом деле, такие инструменты есть на всех топовых биржах. На Bybit есть, я знаю, на KuCoin, на Gate. Но это что меня быстро вспомнил. На них есть точно такие же инструменты. Просто пример на Binance. То есть, как видели в моих видео, на днях я стал экспериментировать такой вещь, как сеточная торговля. И сейчас у меня уже есть некоторые результаты, скажем так. Чем он мне нравится? Во-первых, нету такого, что надо ждать там полвека своего дохода. А доход приходит каждую минуту на спотовый счет. Так что очень удобно, очень классно. Покажу свои результаты. И думаю, все. Просто спрашивают люди, видите, как сюда зайти? Уже мимо. Как сюда зайти? Нажимаем сюда торговля. Выбираем торговли стратегии. Как делать на телефоне, я не знаю. Я такой древний, наверное, что мне на веб-версии намного удобнее. Так, выбираем торговли стратегии. На каждом бирже он называется по-другому. По-моему, на Bybit там торговый бот, там на Gate он copy trade или что-то такое. Так, что мы видим? Видим статистику и есть создать стратегию. Давайте нажмем сразу же, что нам не интересно, как зарабатывают другие. Нам интересно, как заработаем мы. Во-первых, сетка фьючерсов. Настоятельно вам не рекомендую сюда лезть, если вы не знаете, что такие фьючерсы. Все, на этом закончу. Только покажу, сколько тут возможно получать пассивный доход, прибыль при грамотной настройке сетки. Смотрите, у меня настроена сетка на монету APT. Да, вам, наверное, кажется, что вообще ничего не понятно. Просто каждая полоса одна сделка. Но это объяснять так долго и сложно. И вот видите, как у меня робот торгует автоматически. И, кстати, все инструменты абсолютно бесплатные. И давайте сразу же посмотрим, сколько, например, фьючерсы нам привозят годовых. Это просто пример, не лезьте сюда. Еще раз повторяюсь, пока вы не знаете, как что работает с фьючерсами. Смотрите, друзья, на данный момент у меня 678, ну, тут прыгает, потому что сделки идут очень быстро. Ну, грубо скажем, 700% годовых. Я считаю, это очень круто. На пиковых значениях у меня тут даже был 8000% годовых. Ну, вы понимаете, что это плавающий, считая текущий момент. А просто вот так смотреть, прибыль 21% на один день. То есть, ну, неплохие абсолютно результаты, согласитесь. На спотовом рынке. Спотовый, это можно так сказать, что максимально безопасный. То есть, если вы делаете себе пары только топовых монетах, скажем так, что это максимально безопасно. Сами выставляете сетку, нижний и верхний край. И давайте вот посмотрим на примере биткоина. Я сюда вложил $539, работает 23 дня, и смотрим, сколько годовых. Просто за это время не так уж много. Ну, тут как брать? Потому что тут мы зарабатываем доллары. Если вам непонятно, вот означение, вот что сзади, мы зарабатываем заднюю валюту. Пару можем выбирать отсюда любую. Например, это USDT, BUSDT, BNB. Тогда мы зарабатываем BNB, да? Биткоин, тогда мы зарабатываем биткоин. Либо альткоины. Так, я пытаюсь тут зарабатывать доллары. И давайте сразу же посмотрим годовой процент. Например, на паре биткоина. Тут у меня он самый дольше работает, сетка, и самый наглядный, могу показать самый наглядный. Смотрите, друзья, 57%, учитывайте, что биткоин практически у нас стоит на месте. Он там еле прыгает от 19 до 21, волатильность, то есть никакая. В паре BNB 105% годовых. Ну, друзья, это означает, что я зарабатываю 105% годовых долларов.
Ну, по-моему, это просто денежная машина. Почему тут показывает минус 100? Потому что я только включил стратегию. Вы видите, один день только работает. И ордера еще не распродается. То есть еще нету как статистики. Пока нету статистики, он показывает вот именно так. Как начинают торги, тогда он, как скажем, подтягивается, нормальная статистика. Так что, друзья, даже если взять худший вариант, там 50% годовых, это именно в долларах. Я считаю, это очень круто. Никакого опыта не надо. Что надо? Надо на спотовом кошельке иметь либо доллары, либо BUSDT, ну тут валюты, что наверху, что надо, можно и надо иметь. И после этого выбираем отсюда пару, чем мы хотим торговать, извиняюсь, отсюда, чем хотим, например, там торговать. И настраиваем. Тут есть вариант либо автоматический, то есть сам Binance выдает нам приблизительно, какие ставит значения. Либо ставим вручную. Ну, как, например, в моем случае, у меня нижняя цена 18 тысяч, да? 18 тысяч, и верхняя цена у меня на данный момент 21 500. Это в каком диапазоне он торгует. И сюда ставлю, сколько торговля в пар. Так как на биткоине сейчас 0%, 0% комиссии, ну, давайте вот, например, вот сюда 50, да, 50 пар, сразу показывает, сколько прибыли привозит одна сделка, то есть 0,1%. Получается за одну такое, что если вот ходит один продажа, одна покупка или покупка-продажа, как правильно сказать, не знаю. Вот и все. На самом деле все максимально понятно, и как следить за ботом. Если, например, бот зашел за нижнюю линию, пытаюсь сделать его настолько меньше, чем возможно, и вот так. Вот что надо следить, чтобы, ну, когда он там в диапазоне, что вы ставили, просто торгуется и генерирует прибыль. А если бот выходит на верхнюю часть, то есть выйдет из диапазона, в моем случае 21 500, просто закрываем бот и все. То есть закрываем и открываем новую, если выходит за этот диапазон. Значит, бот уже для нас заработал максимальную прибыль и, ну, просто ждать, пока он сюда обратно заходит. Ну, хотите, ждите. Нет, тогда закрываем и открываем сразу же заново. Уже новыми пометками. Как закрывать? Просто нажимаем тут кнопку «Завершить». Можете закрыть его любое время. Ну, смотрите, чтобы все значения были бы зеленые. Просто вот сюда нажимать «Завершить». И тут спрашивает «Помогать продавать...» все ваши активы. Это в том случае, если вот остались такие нераспроданные активы. Либо можете нажать «нет», либо «да». И в любом случае, если тут все зеленые, закрываете их прибылем. И деньги, опять же, улетят на спот. Надеюсь, объяснил нормально, понятно, как открывать это на каждом бирже чуть-чуть по-разному, а ну, по факту интуитивно понятно. Выбираем пару, либо там автозаполнение, тут вообще ничего не надо делать, нажимаем сумму и создать, и вроде как-то так, прибыль идет абсолютно все время, идет на фиат и спот, то есть на спот и кошелек, и генерируется, как сказать, автоматически, тогда вы можете его выводить, делать что хотите, вот главное, чтобы смотреть вот именно этот раздел, где доступно. Отсюда может выводить в любой момент, в любое направление и все. Так, друзья, если это видео было вам полезно, ставим лайк, подпишемся на канал. Если какие-то вопросы, задавайте в комментарии, знаю ответ, тогда отвечу. Так что, друзья, зарабатываем честно и главное быстро. Всем пока.